Сейчас с мутантом, короче, будем биться, ребят. Потом еще бронированный он какой-то. Так, ушел от мутанта. О, боже! Ну! Чё? А чё они сделали? Эгэгэй, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами Dying Light 2. В общем, мы с вами по сюжету пойдем попозже, надо отыскать какую-то Майю, но я обещал вам сбегать за вот этим заброшенным армейским грузом. Давайте сбегаем туда, вот не знаю, правда, ночью, но давайте, наверное, ночью туда пойдем. Ночью, правда, опасно, вот, но мы, в принципе, не боимся опасности. Так, отлично. Фух, ладно, побежали. Я думаю, что мы справимся. Так, какое оружие у меня выбрано? Антикварный молот. Блин, нет, наверное, вот этот металлический прут лучше выберу. У него уже половина КП остается. Так, крикуны. Ну, крикунов мы будем обходить стороной. Смотри, вот сюда можно залезть. Вау. И да, вот тут что-то прикольное. Как туда залезть? Ой, зачем ты спрыгнул? Боже, ладно, ну его нафиг, валим. Пошли вот сюда. Во, вот тут можем залезть. Рядом контейнер с ингибиторами. Но я... Ой, он не залазит. А куда там? А, не, у меня не хватит этого выносливости, ребят. Ой, отлично. Так, ну короче, ребят, я не понял, как туда залезть. То ли, может, давай поспим все-таки, а? Давай попробуем поспать. И пойдем тогда туда днем. Можно с фонаря с этого попробовать залезть? Давай фонарь. Боже, еще как-то темно. Вон он, видишь, груз 24 метра. Залазь. По этому зданию. Так, фонарик включил. Че так плохо видно? Боже. А, во. Давай. Да, я залез. Залазь. О, лестницу можно сбросить. Ну, ё-моё. Вот куда надо было лезть. Так. Дальше куда? Но я здесь просто не вижу. Поэтому канату он тоже не идет. Я уже пробовал, он упал. Сейчас смотри. Оп. Ой, да? И он падает с него. О. Я уже так умер один раз. Так, ладно, давай попробуем. Да! Я это сделал. Господи, это, оказывается, можно сделать. Так, куда дальше? Давай. О, божечки. А куда? Я хочу посмотреть просто. А, вот по этой стене, видимо, да? Смотри. Давай, ползи. Ползи, 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 должно хватить. Да! Убежище ночного бегуна. Я разблокировал. О, боже, наконец-то я сюда залез. Здесь почините генератор. Где-то есть генератор. Где? Вот. Давай, отлично. У нас еще одно место для убежища будет. Ох, очко навыка, хорош. Так, еще что-то здесь могу убутать, нет? Здесь вот такие штуки есть. Уф, зона. А где здесь фонари? Я даже не вижу. Так, ну... А как на ту сторону? Вон же контейнер, я его вижу. Может быть, на веревку? Фух. Хорош, я это сделал. Ну, на ту сторону я не знаю, как перепрыгнуть, ребят. Может, с крана? Давай! Да! Есть! Открываем! Наконец-то! Простая толстовка. Батарея. Во! Ключ доступа открыть с помощью ключа от доступа ВГМ. Давай. Смотри, сейчас что-то еще найдем. Это что такое? Военная техника.
Так, используйте военную технологию, чтобы улучшить инструменты. Для этого отправляйтесь к мастеру. Ой, хорошо. Это хорошо, ребят. Так, да, дальше. До туда я явно не допрыгну, наверное, отсюда. А как мне отсюда спуститься? Боже, я забрался-то забрался, а как спускаться? Хотя, может быть, допрыгну. Давай попробуем. А почему значок не исчезает? Я же облутал. Ладно, попробую. Ну! Нет! Боже, он сдох! Он сдох! Да что ж ты будешь делать? Это пипец какая-то. Какая-то пипец. А, ну я отсюда начал. Ну все, я облутал тот контейнер. К сожалению, больше я добраться никуда не могу. И как спуститься отсюда тоже непонятно, ладно? А, ну вот так можно было. Смотри, вот так можно было вообще. О боже. А, ну я живой. По крайней мере, я живой, ребят. Угу. Ну окей. А, попробовать... Так, давай возьмем аптечку, захилимся. Попробуем сейчас вот на те фонари приземлиться. Я просто хочу в то здание попасть. Давай, цепляйся. Да-да-да-да-да, хорош. Так, и что? Смогу я вот туда допрыгнуть? Да, отлично, все, мы в этом здании. Хорош. Что дальше? А куда дальше-то? Алкоголь, всякая фигня. А тут двери закрыты, я даже пройти дальше не могу, прикинь. Зачем я сюда зашел? И наверх никуда не могу. Зачем, спрашивается? Странные здесь места, кстати, да? О, лестницу можно скинуть. Хорош. Ой, жесть. Опять эта фигня. Так, ну окей, ладно, все, валим отсюда. Все, пошли на задание. Фух, ладно. По крайней мере, я нашел военный груз. Не знаю, что с ним делать, правда. Что-то как-то объяснили мне странно. Можно у мастеров, говорит, там что-то улучшить. Но будем потом улучшать, надеюсь. Рядом контейнер. Ну, контейнер... А как его забрать, тоже непонятно. Ладно, у нас 130 метров до задания. О, и синее задание, смотри. Так, попробуем тихо убить. Так. Минус. Быть не может. Здорово. О боже. Че, зомба? Давай. А что они сделали? Как они меня убили? Сегодня просто какая-то просто серия смертей. Ну серьезно, ну боже. И теперь отсюда спускаться непонятно как. Так, ну ладно, тут мы спустились, допустим. А вот тут, с этого уступа. Тут парашют реально нужен, да? Был бы парашют, можно было вух. Блин. А как спускаться-то? Господи, забраться-то забрался, а? Я теперь до этой веревки-то не допрыгну, наверное. Не-не-не-не! А, зацепился. Ой, отлично, все, без потерь. Фух, даже хпшку не потерял. Все, отлично. Теперь точно валим на задание. Я не понял, они в меня коктейль Молотова бросили, или что они бросили? У вас есть неиспользованные... Ой, точно, неиспользованные очки навыков, я забыл. О, все, теперь тут, видишь, никого нету. Они здесь какой-то контейнер скрывали. Ладно, пошли, короче, наверх. Боже, тут зомбари просто километр. Давай, 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 заползай. О, привет, пацаны. Да, взрывайтесь. Взорвутся? Да боже, как долго. Умри. Сгорай. Кто это?
Давай, да, 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 давай. Сразу троих. Минус. Минус все, короче. Фух, ладно, залезу наверх. О, господи, как ты меня напугал. Да офигеть, вы достали. На, вам еще взрывчик. Боже, да боже, кто мне долбит? Горят там, нет? Вроде горят. Да не кончай. Ну куда ты такой быстрый-то, шустрый? Минус. 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 О, боже, опять кто-то сзади бьет там или что? Что? Сквозь нога пролетела. Как это работает? Лол хп у меня. Это сгоревший какой-то, обгоревший тип. Боже, они тут ползают еще. Умрите. На. Это просто груз, да? Да, видишь? Очуметь их тут. Смотри. Глючит как его. Так, ладно, забираем. Снег. Все, что нашли. Да боже, опять выносливость закончилась. Все. Фух, сейчас отдохнет. Последний зомбак. Все, отлично. Так, пошли, взломаем. Так, тут все облутал. Нет еще. Так, лутаем, лутаем. Лутаем. И взламываем. Наконец-то. Какой-то груз нашли. Ну, не груз, а какой-то конвой. И тут может быть что-то ценное быть. Ох, да. Полевой фильтр, твердая обувь. Еще какие-то. О боже! Че взорвалось? И оружие-то тяжелое, пипец дурацкое. Опять эти бегуны. Минус. Минус. Все. Отлично. Так. Забираем. Так, господи. Так, все, где задание? Задание 72 метра. Ну все, мы тут все облутали, получается, правильно же? А, нет, вот. Взлом легко, ну давай. О, взломал сразу. Изи. Забираем и валим отсюда. Все, хватит. Надоели, короче. Тут я просто армию зомби убил тут. Реально, армия. Так, где задание? Оно где-то рядом. Так. Давай на крышу залезем. А, вот она, 40 метров. А, ну все, мы добрались. И там вон синяя активность, смотри. Синий контейнер. Че это? А-а-а, это ловушка. Давай. Так, а что за оружие? У меня мое сломано, да? Боже! На землю. Давай! Да боже! Залезь! Ты труп, ого! Давай! Да! Подарочек тебе! Чё там машешь? На! Хорош прям в колючке. И тебе до слез. Бандиты побеждены. Хорош. Всех раскидали. Так, очко навыков надо. Да, я забываю, что оно мне не использовано. Что мы можем использовать? Теперь вы можете падать с большей высоты без вреда для здоровья. Хорошая вещь. Отталкивайтесь от препятствий, чтобы прыгнуть дальше. Ох.
Так, ускоряйтесь, преодолевая сложные препятствия, спуски, доски, трубы, отверстия в стенах и так далее. Во, вот это хорошая вещь. Где же за уступ, чтобы перемещаться по нему? Давай вот это, наверное. А это что, увеличивает скорость бега? Тоже хорошая вещь. Но я думаю, вот это вот, чтобы быстрее, короче, через всякие узкие проемы там перебегать. Это что такое? Дикарская дубинка. Сколько у нее дамаг? 2. Ну ладно, возьму ее. Так, все, всех залутал, да. Осталось ящик взломать. Так, ну это в принципе легко должно быть. Да, легко. Окей, что здесь у нас? Мука и бинты. Надо посмотреть, короче, инвентарь. Что-то тут я много чего нашел. Угу. Смотри, так, а как по редкости, по дате получения, по цене? Да это самое дорогое, но оно такое слабое. Пока очки самое нормальное, броню дают. А это, ну, все слабее, вот. А, вот это вот посильнее. Урон от оружия больше, но у этого расход выносливости. Ладно, я понял. Так, здесь ничего у нас. Куртка по-прежнему моя самая лучшая здесь. О, вот эта броня. Вот эта броня хорошая. Ладно, ее одену. А по сапогам что? Ну, сапоги все такие себе. Хотя вот это броня. А это удобные кроссовки медика. Не знаю, скорость восстановления здоровья плюс 2,5. Урон паркурной атаки плюс 5. Длительность чутья выживания. Ладно, свои я оставлю. Что-то я особо не понимаю. Так, нам наверх. Давай залазим. Прыгай. Все, сюда. Рядом контейнер с ингибиторами. Контейнер с ингибиторами? 42 метра. Где? Кто-то бегает. Боже. Кто орёт? Включи фонарик. Я их граблю, короче, тут по полной. Не трогай, это мое! Это не смешно! Жди, вот контейнер. Давай заберем. Так. Усилитель иммунитета. Джерси Кватербэк. Кватербэка. Армейская аптечка. Я здесь был, что ли? А, во. Лекарства использовать. Ну, давай используем. Девочка с мальчиком? Да, я здесь был, походу, до этого. Так, ну здорово. Дети, вы не знаете женщину по имени Майя? Чего смешного? Майя не женщина. Она обычная девчонка. Так это ты пыталась продать Хуберту оружие миротворца? Да, но этот козел не захотел брать. Разорался и погнался за мной. Девочка? Где ты нашла лазарь? Как тебе попало оружие миротворца? Это наша общая находка. Мы тут зависали, ну и наткнулись на трупак. Тут такое часто. Мертвее не бывает. Мы обыскали его. И я взяла себе эти штуковины, потому что подумала, что за них могут неплохо заплатить. Так, ну хорошо, давай Майя, мне. Мне нужно это оружие. Это очень важно. Ты хочешь, чтобы я просто так отдала тебе эту... хреновину? Ты спятил? Эта хреновина называется Лазарь, и она принадлежала очень важному миротворцу. Если ее не вернуть, начнется война. Помоги нам найти убийцу. Ладно, отдам я тебе эту дурацкую штуку. Но за 500. Нифига себе! Боже, ну давай торганемся. Это большие деньги, детка. Еще бы. Жизнь чертовски дорогая. Мне нужно купить воды и маркер для моего брата. Ему скоро 12. Могу дать 10, и это последнее предложение. Идет. Все равно их никто не хотел покупать. Вау, класс. 10 дали всего лишь. С 500. Так, задача обновлена. Отыщите Майю. Все, мы выполнили. Отчитаться перед Айтером. А, надо к нему сходить, да? Смотри, контейнер с ингибитором по-прежнему.
Лазарь у меня. Отлично, отнеси Айтеру. Классный подарок на день рождения. Хотя и понятия не имею, когда этот козел родился. Буду ждать у станции метро. Ладно. Слушай, где-то контейнер с ингибиторами все-таки есть. 39 метров, смотри. Но я его не могу найти. Где он? Где-то в другом здании, что ли? 42 метра, видал, я выхожу как будто бы. Давай попробуем найти контейнер. Хорошая же вещь. 47-46. Где-то на первом этаже, видимо. Вот. А тут нету прохода. 44 метра. Не понял. А куда идти-то? 25. О! Дай! Отстань ты от меня! Господи, какой ты глупый! Может здесь? Нет, 24 метра. Вот где-то в этом здании как будто. Смотри, 16-15 метров. О! Где-то здесь, да. Надо обижать это здание и попробовать найти в него вход. Ну, тут вот только один вход. Куда ты стучишься? Закрыто, дома нет никого. Не понял. Ну-ка, давай наверх заберемся. Отлично, нам отдали просто так. 40 метров опять, смотри. Где-то здесь. Боже, 34 метра. Вот как это проходить? Он же сказал, будет быстро вот это проходить. Нет, 43 метра. Я не могу его найти. 40 метров. 39 метров. Ну, это значит, на тот контейнер указывает, но... Смотри. Вот на вот этот, что ли? Нет, 30 метров, видишь? Я ровно нахожусь с этим контейнером, но нет, говорит. Боже. Как это найти? О, все исчезло вообще, смотри. Ну-ка, опять в это здание. 44-43 метра. 30, 27. Вот здесь. Вот здесь. А тут загруженная территория. Смотри. ВГМ аномалия. Вы вошли в область ВГМ аномалии. Вернись сюда ночью, чтобы выпустить. Вступить в бой с чудовищем. Каким еще чудовищем? Какое чудовище, боже. Вот он, да, контейнер с ингибиторами. А как тут зайти? Вон он внутри этого здания. А входа нет. Видимо, ночью, короче, сюда надо будет прийти. И тогда мы тут что-нибудь найдем, ребят. Ну, ясно. Боже, что-то мне не хочется с ним драться, а если он жесткий? Это что? Грибы. Ну хотя вот тут, смотри, есть чем посражаться. Тут полно этих. Вон, поджигайки эти валяются кругом. Так, куда нам 60-40 метров, вон там у кого-то беда. Давай туда сбегаем и пойдем по заданию. Думаешь, сможешь за мной угнаться? Конечно, я уже тебя догнал. Ха-ха. Бандит. Бандит Лашпек. Так, дальше. Нам вот 30 метров. Сюда. Вернее, 300 метров. Так, ну этих мы зомбарей всех просто обскакали и побежали. Ага. Ясно. Так, пойдем наверх. А чё я? Я уже что-то улучшу. А, быстро бегать, типа. Всякие препятствия преодолевать. Ну, что-то как-то... Какая-то... Как-то странно работает. Непонятно даже.
Так, мне вон туда, 200 метров. А, здорово, мужик. Ты мирный? Да, это мирный. О боже, здесь опять этот гигант здоровый. Блин, ну что-то не хочется мне сейчас с ним воевать. Оп-оп-оп-оп. Отлично. Дотянусь? Да. Так, куда дальше? А где... А, вот сюда, видимо. А, ну вот же их знак. Это же их знак. Вот этот синий. О, поможем, нет? Чувакам. Или они сами... Чё, вы сами справитесь, да, пацаны? Ну ладно, одного облутаю у вас. А, он все пустой. Понял. Так, где вход у вас тут? А, вот сюда. Открыть. Отлично. Так, тут где-то должен быть торговец. А где торговец? А, во! Смотри, давай посмотрим, что мы тут можем прокачать. Значит, что это? Это необычные боеприпасы, редкая мина, приспособление. Вот, модификация оружия мне нужны на вершине. Видишь, это у нас что? Так. Шок вызывает, это накладывает эффект взрыва, из-за которого враг отлетает назад. О, хорошо. 250, но я бы купил на самом деле. Давай вот эти модификации купим. 250, 250. Вот это тоже. Давай все куплю, у меня 3000. Денег хватает. Мины. Необычный припас. Все, так, улучшить. Что у них? О, я могу аптечку прокачать. Хорош. Так, необычный трофей, редкий трофей, деньги старого мира. Все есть. Улучшение, давай прокачаем. До второго, до третьего уровня прокачал. И даже могу так. Давай отмычки прокачаю еще. И тоже до третьего уровня отмычки. Вот эту штуку прокачаю. А, ну и все, больше не хватает, мне трофеи нужны. А, ну могу метательный нож прокачать. Давай тоже прокачаю. Так, реакция на удар противника средняя, чтобы метательные ножи. Окей, класс. Дружище, я не пытаюсь. Неплохо. Теперь так, тут еще торговец это... где-то должен быть. Вот это странно. Вот оно. Ну, ему сейчас я продам тут что-нибудь. Может, у него оружие какое-нибудь прикольное есть. 30 урона, а что такое слабое? Так, ну у него зато есть коктейли молотова, 3 штуки. Я бы купил. Вау, перчатки бойца. Во, вот это... Защитные очки. А что ему продать могу? Продать ценные вещи? 7400! Очуметь! Продаю, конечно. Что еще классного такого есть? У него вот еще броня какая-то. Не, ну я бы очки вот эти купил. Они вообще уникальные какие-то. 800 стоят. Давай я их куплю, наверное. Ну и все. Остальное тут у него такое себе. Продать. А, во, старое оружие. Давай попродаю. Дурацкое оружие. Вот это вот всякое. Вот это что, 19 продаю, 19 продаю, продаю. Все, что меньше, короче, 25, да, вот так, наверное, остальное оставлю, оно более-менее. Ну тут хотя вообще, вон, 39 урон, 35 урон. Сейчас еще улучшим с тобой оружие, смотри. Заходим, значит, куда? Вот сюда, допустим, С изменить. И вот, смотри, могу наложить ему напряжение или бросок. Давай напряжение. Да, применяем. Оп. И вот сюда еще тоже напряжение. Оп. Хорош. Хорош. Здесь у нас укрепление стоит. И вот это оружие тоже сейчас прокачаю. А, вон что тратится. Батарея, обмотка. Ага, металлолом. Все, понял. Вот оно как работает. Я, то есть, ресурсы трачу, чтобы это... чтобы установить, короче. Так, ну ладно, пошли, ему миссию отдадим. Что мы, в принципе, выполнили. Куда дальше? Сюда. Фух, и да, в принципе, хорош. Неплохо мы сегодня погуляли. Так, как в канун Нового года. Знаешь, что мне это напоминает? О. Билли Грим вернулся. Надеюсь, не с пустыми руками. Я нашел Лазаря. Да чтоб меня, я был прав. Ты смог то, что мы не смогли. Ну и где тот мудак, у которого они были? На Мид Пекин Сквер.
Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца. Я взял их у девочки. Ей лет 10. Она его не убивала. Нашла на трупе. Стоп, к этому мы еще вернемся. Оставь нас. Че он ему там делал? Так, что за татуировка? А, татуировку он ему делал. Татуировка на руке похожа на созвездие. Это знаки различия. Когда у нас закончились материалы, татуировки заменили нам погоны. Они показывают нашу иерархию. Как в тюрьме? Тюрьма или армия – все равно. Везде есть иерархия. Так, ну да, пропусти. Я выполнил работу. Теперь твоя очередь. Пропусти меня в центр. Не я решаю, когда будет открыт туннель в центр Луп, Пилигрим. Командование хочет, чтобы я нашел убийцу. Айтер, ты обещал! Успокойся, Пилигрим. Я держу свое слово. Во-первых, возьми это в знак моей благодарности. О, оружие. Айтер, мне нужно в центр, ясно? Ты кого-то ищешь, верно? Я тоже хочу попасть в Central Loop. Там моя жена и дети. И я не могу защитить их, пока нахожусь здесь. Туннель будет открыт, когда я найду убийцу. Это понятно? Ты можешь помочь мне, а можешь подождать, пока я найду его сам. Вот говнюк. Я вижу кровь на лезвиях лазера. Перед смертью Лукасу удалось ранить убийцу. У него должны быть ужасные раны. Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе. Ладно. Есть подозреваемые? Командир был убит на базаре. Наверняка кто-то из них. Ох, блин, в чем проблема с базаром? Ладно, я найду убийцу. Я постараюсь найти убийцу. У нас нет выбора. Это твой билет в центр. Возвращайся на базар. Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно. Но это совершенно секретно. Никому ни слова. Окей. Звучит серьезно. Тот, кто убил Лукаса, забрал маленький трофей. Вырезал татуировку с его мертвой руки. Ох, кто-то надругался над трупом? Это серьезный залет. Именно так. Если парни узнают, что сделали с Лукасом, их не удержать. И начнется бойня. Я рассказал тебе, потому что если ты найдешь этот трофей, ты найдешь и убийцу Лукаса. Понял. Прямо сейчас и займусь. Ну, не прямо сейчас, конечно, но... Ну, короче, выбора нет у нас. Надо искать убийцу их командира. Боже, это бесит. Кто там? Ну давай, а это он же стоит. Че, я не могу зайти? А. Айтер, есть минутка? Хочешь мне сказать, что уже нашел убийцу? Пока нет. Хочу кое-что спросить. Только быстро. Что знаешь о Вальце? Лукас был хорошим командиром. Не, давай о Вальце. Знаешь что-нибудь о человеке по имени Вальц? Давным-давно, когда я был рядовым и патрулировал Central Loop, я наткнулся на отряд ренегатов. Я был один, напуган, но я не убежал. Они меня почти убили. Но их командир вмешался, приказал им остановиться. Он посмотрел мне в глаза и сказал, почему такой храбрый солдат служит Мэтту, а не мне? Когда поумнеешь, приходи в крепость Уильямса. Он собрал своих, и они ушли. И только позже я узнал, что это мог быть Вальц. Он хотел завербовать меня. Ясно. Так, ну ладно, ничего спрашивать не будем больше. Командиром он там был, не командиром. В принципе, задача... Ты еще жив? Говорит, у нее... Беспокоишься за меня, да? Конечно. У меня большие надежды на тебя, Эйден. Жду тебя снаружи. Так, ну окей. Короче, нам надо искать убийцу по-любому. Иначе нам никак не попасть. Нам нужно в центр, кто не помнит. Эйден, вот этот наш главный персонаж, он ищет сестру. Вот, ну ладно, пошли поговорим тогда с Аклоном. Айтер хочет, чтобы я нашел убийцу Лукаса. Только тогда он пропустит меня в центр. Делаешь для него грязную работу. Неудивительно. Он велел мне начать с базара. Я так и думал. Миротворцы и базар ненавидят друг друга.
Только двое на базаре что-то решают. Один из них — надутый проповедник Карл. Это я знаю. А еще кто? Софи, его правая рука. Она умеет находить общий язык с самыми непокорными на базаре. Еще и Славкач. Он все знает о том, кто, когда, с кем. И Джо со своими бандитами. Но не боятся миротворцев. Я поговорю с Софи, а ты дуй к Карлу. Или предпочтешь девушку? Софи? Видишь ли, она не в моем вкусе. И упрямая. Да, боже, сам увидишь. Так, ясно, понятно. Короче, нам надо пообщаться с какой-то девушкой по имени Софи. Расспросите Софи о Лукасе. Окей. Так, надо посмотреть, что у нас здесь есть. Очень много активностей всяких. Надо будет вот на эту ВГМ-аномалию сходить. Мне интересно прям узнать, что там. А, во, галочка. Галочка стоит. То есть я посетил, галочка есть. Все, я все собрал. Отлично. А где я не был, видимо, галочки не стоят, да? Как это работает? Надо будет... Ну вот, допустим. Ну-ка, вот сейчас на нашем пути какой-то груз. Пошли, сходим. Галочка, интересно, появится просто или нет? Мне интересно. Где он? Где-то дальше, видимо. Да залазь. Так. О боже, тут бандиты. Ну-ка, давай вот этого попробуем. Потихо. Отлично. А, давайте испытаем новое оружие. Во, у меня же электрошок. Окей. Ой, тихо-тихо. На, луком. И он улетел сразу, боже. Держи. Давай. Да что ты машешь? На. А что это, не всегда только этот работает? Ну класс. Быстро этого уделал, да? Бах-бах, и все, и до свидос. Так, вон груз 64 метра. Сейчас мы обследуем там все. Но пока нам надо здесь залутать. Так, ну потихоньку, потихоньку задание выполняем. Как бы пока ничего не ясно, кто убийца. Но я думаю, мы это все узнаем. Давай, залазь. Прокачиваемся потихоньку. Я какие-то активности, наверное, буду не на видео выполнять, потому что, ну, много тут везде, где хочется полазить, а на видео это нереально просто, и тогда видео будут двухчасовыми, если бегать везде просто. Так, как мне туда перепрыгнуть? Вот сюда, вот сюда. Оп, отлично. Все, вот где-то здесь у нас груз. А, это тут мутант, наверное, этот огромный, да? Сейчас посмотрим. Да, мутант. Я могу кинуть нож. Давай нож кинем. Сюда. В эту бочку. О, попал. Смотри, сейчас взорвется, и он загорится. Бах. Есть, хорош. О, еще один летает. Нет, возле меня не взрывайся. Есть. Отлично. Там еще взорвалось. Сейчас прибегут. Сейчас с мутантом, короче, будем биться, ребят. Потом еще бронированный он какой-то. Смотри, смотри. Они видят меня? Не, они меня не видят, кстати. А, они попарут. О, нет, залез! Иди отсюда. Давай, давай. На! Залазь. Прыгай. Хорош. Пошел отсюда. Нифига себе, они прыгали. На! Отлично. Пошел. Умираете? Нет, они не умирают. Так, нет, один мертвый, точно. Так, ну что, пошли с мутантом биться тогда. Блин, их здесь жесть, ну ладно. Так, ушел от мутанта. О, боже! Жесть! Да идите нафиг. Где же, чтобы использовать усилительный? О, нет, нет, нет. О, боже. Очуметь.
Так, мощную атаку нельзя заблокировать. Да это я уже понял. Одну аптечку. Так, ну-ка. Дальше бежим. О, прокачал оружие. Отлично. А оно как-то заряжается или что? Электроэнергия вот эта. Нет. О, не-не-не. Ой, жесть. Уходим. О, нет, тихо. Блин, своих же нет. О, боже, нет. Жесть, какой же ты здоровый, а. А, там стрелы, лук. Нет, не лук, а, смотрите, копья были. Так, в это не залазим. Где копья? Есть копья? Во. Берем копье. Поехали в мутанта. Ах. Но, о, боже. Так, отлично, убил. Тебе что надо еще? Боже, вы еще достали тоже. Копье. На! Прям в лицо! Хорош! А ты достал! Боже! Как это работает электричество? Оно через раз как-то! Давай, 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 давай! Да ты можешь не материться? Алло! Алло! Все, всех завалил! Один здоровый мутанта. А во, двое его обычно. О, хорошо, редкий трофей с него выпал. Так, ну все, лутать теперь и все. До свидос, еще и бандиты сюда пришли. Жесть, тут мало того, что мутантов километр, еще и бандиты. Так. Ну все. Эй, лутай. О, в жиже какой-то поковырял. Боже, ты живой! Умри. Был живой. Да, тут не один народ полег. Так тяжело. О, там зомби нет. Еще не один. А, оно заряжается, заряжается, а потом бьет, видимо, их током. Как-то так это работает. Да боже, как вы живете, вы достали. Притворяется специально, видимо. Это что такое? Откройте. Это что? О, кристалл. Он дорого стоит, кстати. Так, ладно, что тут открыть-то? Угу, вот это еще можно открыть. Ух, нифига себе, сухпаёк. А его что, продать можно или как? Так, тоже обыщем. А что тут столько зомби было, а трупов не так много? А, вот они все валяются. Не подсвечиваются. Где еще? Ага. О, да-да-да, сейчас заражение. Да сейчас я выйду. Давай, ищи. Ну что ты не лутаешь? Смотри. Глюк. Не появляется кнопка. Чтобы лутать. Так. А, во. Давай. С взлом. Так, вот так как-то. Нет, вот так. Нет. Да боже. Да боже, отмычку сломал. Чё? Так. Да как? А, тут вообще легонько надо поворачивать просто. Нет. Так. Нет, да боже, как? Всё, есть. Пипец, сложный замок. Ох, куртки, батарея. Так, ладно, здесь я буду там. Да! Чё опять-то? Да вы достали. Куда вы берётесь, а? Ещё смотри, их сколько. Боже. Давай. О, электричество всех зафигарил просто. Умри. Просто всех электричеством. Офигенно. Так, мне больше интересно, исчезнет ли
О, офигеть, сколько трофеев. Я еще вот эту не залутал. Давай, взлом тоже тяжел. Нет. 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 О. О, и сразу с первого раза. Так, так. Ну все? Всех? Все зачистил, получается? Наверное, да. Все, тут же больше нигде машину не скрыть. Это так и валяется не это. Смотри. А, ву, еще двери, наверное, да? Давай попробуем. Отлично, отлично. Просто лута километр. Так, фонарик включаем. Есть что-нибудь? Нет. Я здесь был, наверное, нет? Да, мне кажется, я здесь был, ребят. Я уже это, наверное, тысячу раз зачищал. Оно что, не исчезает? О боже, сейчас будет закат. Нет, смотри, галочка не ставится здесь. Вот на грузе поставилась, а здесь не ставится. Жуть какая-то. Может, вот это вот уничтожать надо? Нет? Может, сжигать как-то надо, нет? Подожди, что у меня есть? Что-то есть? Сжечь, вот, допустим. Ага. Может, это надо, чтобы сожглось все? Я фиг его знает, как это зачищать. Я вроде все тут залутал, но ничего не исчезает. Ну, короче, ладно, наверное, на этом закончим на сегодня, ребят, серию. Залазь. Пойдем вот сюда, у нас здесь вроде убежище рядом. Можем тут подняться. Ух, да, это наша мельница, кстати. Все, отлично, мы добрались. Все, давайте на этом серию завершим. Пойдем в следующей серии, тогда узнаем, что там за... Что нам надо, расспросить Софию о Лукасе. Вот. И будем продолжать дальше проходить игру. Так, есть что-нибудь? 32 урона, ножка от стула, вау. Но ее нельзя модифицировать, видишь, нету ячеек. А что у тебя купить можно? Ну, продать можно за 1440, давай продам. 10 косарей у меня практически, прикинь. Надо будет потом с одеждой тут разобраться. Во, у меня же защитные очки, точно одеть надо. Давай, оденем, я же купил крутые. Во, одеваем. Тут что-нибудь есть? Нету. Куртка по-прежнему. Во. Вот это на рукавнике медика. Броня, видишь, у нее похуже. Потому что это на рукавнике танка. Но зато все больше. Паркурные атаки больше, лечение лучше. Да, лучше вот это одеть. И они, видишь, по редкости. Так, и здесь то же самое. Вот это вот скандалиста. Вот это я одену, наверное. Так, и все. Штаны. Штаны. Ну, вот эти самые крутые. Все, на этом заканчиваем, ребят. Спасибо за лайки, за подписку, за просмотр. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующих видео.